Ребята, если вам нравится Pixelmon, то не забываем поставить лайк. Если вы не знали, но лайки дают большую мотивацию для записи еще одной новой серии. Плюс к тому, вы сможете попасть в музей подписчиков не только если будете активно оставлять комментарии под видео, но также если будете активно ставить лайки под каждым новым видео. Еще один большой плюс то, что если серия, которая вышла утром, набирает 500 лайков, то еще одна новая серия, то есть получается две серии за один день, выйдет чуть-чуть позже, а точнее вечером. Поэтому выход новой серии зависит полностью от вас. Я надеюсь, вы меня поняли и надеюсь, что вы запилите очень большой палец вверх за новую серию, за то, чтобы попасть в музей подписчиков и за то, чтобы еще одна новая серия вышла сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с Мона Пиксельмон. И добро пожаловать в наш пятый сезон в 30-ю вроде серию, да? Я сразу нахожусь в музее, чтобы сразу это закончить на начале серии и больше сюда не возвращаться. Точнее, мы ничего не закончим, потому что в том смысле не закончим. У нас же нету новых покемонов, чтобы добавлять их в музей. Так, X-Drave меня попросил поменять Иви и Иви. Ребят, две ошибки сразу в двух словах. Я уже запинаюсь, уже просто сплю. Так, и вот тут я ошибку допустил, да? И ход-ход вроде у нас шайни, да? И кто-то еще, кого мы еще шайни словили? Зубат, Магнимайт, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вроде всех мы поставили. Ребята, в этой серии мы не будем никого добавлять в музей, потому что, в принципе, нет покемонов, чтобы кого-то добавить, да? Сначала нам нужно кого-то словить, а потом мы уже его начнем добавлять. Так. Я не имею ни малейшего представления, куда мы потопаем в этой серии, если честно. Но так как мы взяли в команду Вартортла, мы взяли Иви, нам нужно идти на какую-то охоту. Потому что, ребята, смотрите, мы себе сделали несколько болов. То есть, смотрите, 6 квикболов, ультраболы. Мы себе что еще сделали? Вот, левелболы и даскболы, и дайвболы на всякий случай. Твою мать, а? Вот сейчас это бред, потому что я нажал на букву R и оно вылетело. Ладно, сейчас. Итак, ребята, у меня на эту серию есть небольшие планы. Что мы будем делать в этой серии? Еда у нас есть, нужно просто сразу проверить, да? Чуть-чуть еды у нас есть. Ну, давайте, мне кажется, может, еще соберем. Это недолго. Пока я буду собирать, я скажу, что я хочу делать. В этой серии мы, во-первых, мы пойдем... выковыряем земли уже тот фусил, который мы нашли в прошлой или позапрошлой какой-то серии. Я, если честно, уже не помню, поэтому не буду врать. Ну, мы его нашли, но тогда мы его не собрали, потому что у нас не было факелов, чтобы залезть глубоко под воду. Ну, знаете, да, зачем факелы нужны под водой, чтобы можно было глотать воздух. А. Во-вторых, что мы будем делать? Может, ну, может, если повезет, то там рядом еще где-то будут какие-то фосилы, если, конечно, повезет. А что нам еще нужно делать в этом, не в этом сезоне, а, в принципе, сейчас, что нам нужно? Ребят, нам нужно очень много убивать боссов, потому что мы же словили Райкоу, нашего первого легендарного покемона. Ну, как бы, не вообще, а сейчас, в этом сезоне, можно и так сказать. Ты, зараза. Так, мы его словили... Но это одно. Это хорошо, что мы его словили. Но в другом смысле, что нам сейчас делать без мастербола? У нас же и нету мастербола. А вдруг заспавнится еще какая-то легенда? Вряд ли, что мы как-то сможем его словить обычным болом. Это вряд ли, если честно. То, ну, те, кто пишут, Эдисон, зачем тебе мастербол, если ты можешь словить и любого покемона обычным болом? То есть, вот, я там словил какого-то легендарного даскболом, и все нормально. Зачем тебе мастербол? Ребят, может, у кого-то получается, но может, у кого-то это не получится. Потому что словить легендарного мастерболом, это... Я не знаю. Просто, если так судить, что мы конченого мантина не словили с 20 ультраболами, и, ну, многие писали, что он просто забаганный, то есть многие писали, что его что-то не доделали, и поэтому его нельзя словить или что-то такое, или нужно сразу мастерболом ловить. И, ну, в принципе, я не знаю, может, это реально правда, но и так, согласитесь, если у нас не получится словить легенду обычным болом, то всегда нужно иметь при себе мастербол. Поэтому, ребят, я не знаю, вдруг вот сейчас мы куда-то выйдем на пляж и заспавнится Суйкун. Вот это класс будет, да, но... А мы его никак не сможем словить. Ладно, знаете что? Мы пойдем быстренько вздремнем на нашей новой кроватке. Кроватьке, как принцесска какая-то. Принцесска на новой кроваточке. Сейчас мы вздремнем быстренько. Такая двух... Ох,
прям, знаете, как в фильмах, реально какая-то принцесса под этими какие-то шторы вокруг кровати или что это. Нужно уже, ребят, начинать обустраивать наш дом, потому что это жопень, если честно. Я только посмотрю, как тут делается. О, я уже опять думал, ты залагал. Как делается диван? Лампа, ага, лампа вот так. Это нужно тоже. Да давайте прямо сейчас. Хотя нет, давайте это. Вот этим займемся, ребята, в следующей серии. Лампа. И нужно сразу увидеть, как делается диван. Вот он. Ну, шерсть и в принципе, обычные вот эти. Ну, доски. Да? Так, в этой серии, знаете что, ребята? Ну, как я уже сказал, нам нужно убивать каждого босса, кроме в земле, потому что не хочу на этим запариваться, каждый раз туда лазить. И секунду, я открою тот текстовый документ, и... Если вы помните, в позапрошлой серии я оставлял сид с этого мира в комментариях, и кто имел желание, мог... поискать на том сиде джунгли, ледяный биом, зимний биом с шипами, но не знаю, кто-то может искал, а кто-то может нашел какой-то программой, но все равно всем спасибо, кто написал мне комментарий, ну, в смысле координаты, да, с комментариями, это тоже вам идет плюсик, то есть в музей вы тоже уже можете попасть, ну, как бы вы и могли попасть, но это, в принципе, засчитывается. Так, ладно, идем первым делом. 10300 минус 10100. Ху. 10300. Давайте на какую-то большую высоту, чтобы не застрять. Есть, а то сейчас прикол, застрянем где-то прямо в шипе. Это вообще класс будет. Минус 10000. Ой, нет, вот так. 10100. Пожалуйста, что-то путевое. Это он? Или это не он? Это он, маленький, не знаю, ты почтальон, все, что мог придумать. Но все равно, чувак, спасибо тебе, кто написал. Это все? Не, ну все равно спасибо тебе, кто написал мне. А вот этот сид, конечно, биом прям настолько большой, что... Крайогонал. Ну, в принципе, все, что нам нужно в этом биоме, это только крайогонал. Больше никто не спавнится. Ну, в смысле, какой-то, знаете, особый покемон, который только тут спавнится, это крайогонал. Больше никто. Но биом, знаете, биом очень большой получился. Не, ну просто посмотрите, ребят, насколько это большой биом, прям охренеть. Не могу выбрать, куда бы посмотреть. И как вылететь от этого биома, с этого биома? Он настолько большой, что нам еще полчаса нужно искать путь куда-то наружу. Я надеюсь, может, тут еще будет его продолжение или какой-то новый, но это вряд ли. Ну ладно, чувак, спасибо тебе. Итак, нормальный биом, вдруг тут потом заспавнится крайогонал. Фиг его знает. Так, дальше. Минус 100 тысяч, охренеть. Вряд ли это кто-то летал настолько блоково, наверное, через программу, но все же. Извиняюсь, ребята. Минус 100 тысяч. 2000. Минус 100 тысяч. Давайте тоже на какую-то большую высоту. 170. 2000, да? Пожалуйста, что-то тут есть. Глиняный биом. Нет, тут ни хрена нету. Чувак, я не знаю, что ты хотел, если честно. Может, я неправильно написал? Я написал 10 тысяч. Ага, но все равно тут боссик есть. Если он не в земле, дигли твою. Ладно. Дальше я написал 10 тысяч, да? А нужно 100 тысяч, правильно? А я не знаю, что ты тут хотел, если честно. Я вспомнил, что он хотел. А, вот, я вспомнил этот комментарий, что Эдисон, вот ты пихни сюда, тут очень высокая гора. Да, реально. 162 блока вверх, охренеть, если честно. Вот, это никакой не биом, это обычный, ну, гора, то есть, чтобы я просто посмотрел. Не, ну реально, ни хрена себе горище. Смотрите, ребята, давайте мы сейчас спустимся вниз, я даже скрин сделаю этой горы, потому что она реально клевая. Смотрите. Вот там мы можем находиться, вот тут, да? А горища прям охренеть. Я сейчас сделаю скрин, потому что она реально классная. Только смотрите, даже прорисовка настолько мелкая, что все, что мы сможем сфоткать, ну, сделать скрин, это только горы. Да ты ж пока ты еще падать будешь. Во, нормально.
Ну где-то я не знаю, где-то. Охренеть, горище, если честно. Так, ладно, спасибо тебе тоже за этот, за эти координаты, потому что действительно нормально. То есть вы можете, есть ребята в описании, вы можете зайти, вы можете в любое время там посмотреть, полазить, если вы, конечно, хотите. И также, если найдете какие-то классные места, то, в принципе, тоже можете скидывать комментарии, не нужно координаты, не нужно только там, где есть джунгли или горный биом или еще что-то. Можете тоже какие-то красивые, знаете, ну, нашли какое-то красивое место, если хотите, можете скинуть комментарий. Ну, чтобы, знаете, то есть вы нашли красивое место какое-то на этом сиде, которое я скинул, и хотите поделиться с другими, то, в принципе, напишите свои координаты, я потом... Ну, может, посмотрю, если действительно красивое место какое-то. Опа, это Сквиртл. Ну, извиняюсь, мы тебя уже словили, поэтому ты нам в данный момент не нужен. Дальше, дальше, дальше. Охренеть. 333 тысячи минус 110. Охренеть. 333 тысячи. Давайте тоже где-то. Минус 110. Я правильно написал? 333 тысячи. Минус 130. Опа. Опа. Джунгли это во-первых, а во-вторых, там еще и деревня есть. А в-третьих, сейчас еще и Мьюту какой Мьюту нафиг? Сейчас еще и Мью заспавнится, будет вообще классно. Так, ладно, деревня. Где она? Я ее что-то потерял. В принципе, Диглет нам нафиг не нужен. Он у нас уже есть давным-давно. А тут, в принципе, в этой деревне даже ничего не будет, как я понял. Маленькая такая деревня, но все же. Ладно, зато спасибо за координаты, ребята, мы нашли джунгли, и это действительно классно, потому что сам бы я, не знаю, мне кажется, долго бы искал. Уже смотри, какие координаты, 300 штук, это, смотрите, вот мы тут находимся, а где наш дом, я даже не представляю. Да ну нафиг, это мы настолько далеко заспавнились, что это, даже мы на карте не сможем увидеть, потому что эти координаты тупо нужно запомнить. И знаете, выловить тут всех покемонов, чтобы даже сюда не возвращаться. А вот мы пошли, вот мы что-то нашли. Если, конечно, ты бы еще было вырастено. Потому что сейчас это ждать нужно. Я искал джунгли для того, чтобы взять как... О, Тропиус. Ребята, смотрите, еще и тут как красиво. Охренеть. Вот это скрины, а. Небольшая такая речоночка. Между горой проходит туда. Тут какая-то яма, что ли. Ну, смотрите, то есть, ну, углубление, можно и так сказать. Охренеть, еще и тут как красиво. Ты какой-то сверхъестественный красивый биом нашел. Не, ну в принципе да, классно. Но он, я как вижу, тоже небольшой. Ну хотя может в эту сторону какой-то большой будет. А знаете, кого нужно словить в этом биоме? Трико тут спавнится. Покеспан 3, ага. Но это нужно все-таки проверять вот так. Ну вроде он тут спавнился, по крайней мере. Сейчас я не знаю. А, вот он. Маленький засранец. Это классно, если мы его словим, потому что в данный момент у нас нету вообще травяных покемонов. Если мы его словим, это будет реально круто. Что-то меня глючить тут немного начал. Сейчас еще хрен попадем сюда. Да стойте нам. Потому что... Во, наконец-то. Поки-поки левел болл. Ты 15 уровень против 60 уровня. Может, не будешь выкобыливаться, а сразу залезешь? Ху-ху-ху, не, он будет. Он будет выкобыливаться. А мы его даже никем ударить не можем. Хотя... А, не, мы его так словили, то есть нормально. Чуть-чуть, знаете, так повыкобыливался. А все, я не залезу, а потом... А, ну да ладно, я залезу, так уж и быть. Я включил, ребят, сейчас шейдеры просто... Опа, я тебя хочу. Это простенький покемон, но все же я тебя хочу. Двухсмысленно немного, но все же. Хочу словить. Так, там еще Басяндра. Нужно сейчас прям нереально большую кучу боссов убивать. Сами, да, понимаете почему? О, еще и Манки словили. Манки и Трико, нормально. Венонат нам... Ну, пока что не хочу. Реально, боссов нам очень нужно. О, что это там не... Сейчас стоять. Шакл.
Шакал. В принципе, он у нас уже... Да твою мать, лучше бы не отвлекались на какого-то шакла, который у нас уже есть, а лучше бы дальше побежали за боссом. У нас уже есть, ребята, шакл. Мы его уже ловили. Ну, в смысле, не обычный, а шайни, да. Анжелочка, привет! Как делишки? Мы скучали. Даже тут прикольно. О. Ребята, знаете что? О, тут. Ну, прям на миллиметр отошел от босса. Ой-ой-ой-ой, кончилось вот это. А мог бы вернуться. А может нам сделать, хотя какие мы крылья сделаем? Мы можем сделать золотые крылья в данный момент. У нас, в принципе, хватает золота, чтобы сделать, как я помню, да? Сейчас, секунду. Как я помню, а другие алмазные у нас точно не хватит. Сайтер у нас уже есть. Хотя нет, джунгли как раз нормальные такие. Прикол ща Мьюза спанится. А у нас мастер Бола. О, назад. Это кто? Пожалуйста, только не Диглет. Венипед. Пед. Ну ладно, не Пед, так уж и быть. Ты не Пед, ты Венипед. Так, ща мы к тебе прилетим. Но хотя бы уже какое-то разнообразие. Опа, это что там? Янма или кто это, или показалось? Вот ты. Если бы ты еще не убегал, был бы вообще крутяцкий. Оп, да ты что прикалываешься? Да ты что прикалываешься, мелкий? Стой на месте, или я сейчас прицел включу снайперский. Короче, я включаю снайперский прицел. Все, ты доигрался, чувак. Ты знаешь, мне нельзя включать снайперский прицел, потому что я сразу попадаю. Так, иди. Если ты так кружлять будешь, я, конечно, хрен попаду, но все же. Опа, сказал же, что попаду. Кракорок. В принципе, его тоже нужно прокачать. Флаффи нужно прокачать. Ребята, знаете что? Может, действительно, вместо... может, вместо снайпер... Знаете, что я хотел сказать? Diamond Hammer выпал. Вот сейчас, когда мы его скратили и скратили. Когда мы его скрафтили и потратили 5 алмазов, ты выпал сейчас. Чё я несу? Все, у меня оргазм, ребята, произошел. Мастер Бульчик, мастер Бульчик. Так, что выкинуть? Чё я только что нёс? Ща, ребята, ща. Сначала я... Ну, скратили. Чё это такое? Хотел сказать скрафтили, да, но скратили. А самый прикол, то, что я хотел сказать... А может, вместо Свамперта мы возьмем Райкоу? То есть мы же словили легендарного покемона. Чё мы будем тянуть, да? Зачем мы будем дальше использовать Свамперта, если мы можем использовать Райкоу? Ну я сказал, не Свамперта, а Снайперта. Почему Снайперта? Кто-то мне объяснит, почему я хотел сказать Снайперта. Может, потому что я перед этим говорил, что я еще включу снайперский прицел, и поэтому я случайно сказал Снайперта. Может, его переименовать Свамперта в Снайперта? Не знаю почему, но Снайпер. Че, вырвалось как-то. А еще и плюс к тому, нам мастербол выпал. Это просто охренеть. Мы только начали говорить о том, что нам нужен мастербол, и тогда, когда мы уже словили легендарного покемона, и у нас нету мастербола, нам выпал мастербол еще один. Джиодут, он в земле, да? Поэтому, ребята, в принципе, если нам даже сейчас заспавнится какая-то легенда, мы уже и так ее сможем словить. Ну, в смысле, потому что у нас есть... Это что за туса тут? А потому что у нас уже есть мастербол, да? Мы его, в принципе, если уже кто-то заспавнится, мы уже сможем словить. А прикол, сейчас тут пролетаем, да, и спавнится Гроудоша. Было бы круто. Конечно, это уже слишком, да? Сразу Райкоу заспавнится, сейчас еще может и Гроудон, да, заспавится.
Это я уже хочу, да, много. Ну, или фиг его знает. Ну, в принципе, эти координаты нужно будет запомнить. 330 тысяч, короче. Это нужно запомнить будет. Потому что они очень далеко от нашего дома. Даже если уменьшить карту, то хрен его знает, где вообще эти координаты, где вообще находимся. Так, ладно. В принципе, все, давайте на этом топать уже. А видите, а тут не... А, ну, в принципе, да, тут только пишут те вещи, которые нам не стали с инвентарии, которые выпали. Поэтому, а может, ну, допустим, 100 тысяч, 130 минус 100 тысяч. Прикол, сейчас глиняный биом, хренакс. Это только пишет те координаты, которые, ну, в смысле, те вещи, которые мы не подняли, которые выпали. Ни хрена себе, на миллион ты пехнулись. О, зато зимний биом нашли. Но в зимнем биоме тут ни хрена нету. Может, алтарчик где-то, вряд ли. А то давайте на 10 миллионов. Ладно, это уже слишком, если честно. 10 миллионов. А может, вот так? Не, ну... О, зато там... Зато мы покет-центр нашли. Бум. Куда бы еще ты пехнуться? Нет, это... О, та-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 
забыл, что ли. В деревне, ну, в принципе, что нам нужно в деревне? Если бы еще это какая-то огромная деревня была, ладно, но... Опа, чуть опять нихрена кнулись. Ох-хо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 
Это книжки. Да. Я могу их понимать? Могу. У нас еще есть книжки с предыдущей деревни. Вот так. Все, мы можем уходить. Опа. Трик-ты-ты-ты-ты-тик. Побежали мы домой. Побежали, поспим, как принцессочки на нашей кроваточке. Да? И, в принципе, сейчас, ребята, мы уже даже можем выложить... Не одного даже, а поставить музей двух новых покемонов. Трико. И кого мы еще словили? Так, ладно, сейчас посмотрим. Трико. И манки, точно. Кто... А кто у нас тут будет обезьяночкой? Сейчас мы посмотрим, кто у нас будет тут обезьяночкой. Так, ладно. Полетели, полетели через... Так стоять, глум. Покемоны, которые не в земле, в принципе, можно их убить, да? То есть, смотрите, если бы мы профукали того босса, которого мы убили, то нам бы не выпал мастербол. Кабуто. Я тебе в Башкенсию зарядил. Воу. Ты приохренел, как я понял. Ладно, чувак. А, да, ну, в принципе, да. Глумы же все вот такие, всегда были вот такие чурки. Ну, которые с одного удара убивают, можно и так сказать. Это уже не первый Кабуто такой. Если он не попадет по нашему Кабуто, то... Хотя, ну ладно. Покехил. Иди сюда, чурка. Иди еще сюда, зеленый. Беспредельщик. А вот сейчас. Ладно, извиняюсь. Твою мать, ну убей ты уже чем-то его. Мы походу тащи полчаса будем стоять и не сможем его ничем убить. Убей. Паскуда! Зеленая! Иди сюда, я тебе сейчас раскидаю твою. Иди сюда, ты меня. Ух, рискованный глум. Вот это рискованный глум. Иди сюда, иди, чурка, пожалуйста, иди сюда. Ха-ха. Ты меня тут танцевать танго не учи, зараза. Ну смотрите, что это мудачина творит. Иди ты уж. Ты паскуд. Меня... Иди сюда, иди сюда. Слушайте, ну чё за хрень, а? Посмотрите, что там удачи натворит.
Там еще один босс заспавнился. Я тебя дольше буду убивать, чем... Я дольше попадать в тебя буду, чем... Стой! Стой! Я ему в жопу кинул, ему пофиг, не попало. Вот Counter-Strike, go. В голову стреляешь, но пуля мимо пролетает, да? Да, я тебя чем-то ща, короче, не знаю, что с тобой сделаю. Да стой ты на месте! Тебе яйца не мешают столько танцевать? На меня Арбок уже быстрее напал, чем ты, Чурка, остановился. Стой, твою мать, на месте. Ребят, я бы назвал эту серию Тупорылый Глум, но для этой серии есть уже другое название. Хотя, мне кажется, если он еще так немного потанцует, то я назову вот эту серию Тупорылый Глум. Да попади ты уже в него! Тандерболт! Вот, скотина, держи пенек в зубы, твою мать! Охренеть, попадаются мудачины! Я аж вспотел, пока тебя дебила ловил. Не ловил, а нападал на тебя. Это охренеть просто. Я аж вспотел, реально. Ну да, Эртки. Твою мать, еще одна мудачина. Еще одна. Там что-то сегодня на мудаков везет. Я бы изучил тебе Флаффи Тандерболт, но это в данный момент нахрен не пригодится, если честно. А Кабуто вообще ни хрена не может никому ничего наносить, это же Кабуто нахрен. Ух, что-то мне кажется, мы еще Райком возьмем и тебя жопочника с одного удара захреначим. В принципе, Эртквиком его нету смысла, да, бить? Убей, пожалуйста. Да твою мать, а сейчас, ладно. Мы тебе оставили чуть-чуть жизни, что дальше? Ну хотя если, ну да, если Флаффи бы постаралась нормально, то может мы бы тебя еще и убили. О, наконец-то. Охренеть, и уровень, о, Мегадрейн. Драйн, наконец-то. Так, нормально, только сначала нужно взлететь. Выключить шейдеры, чтобы видеть, что там в земле творится. Сначала поскладывать вот это все. Вот так. Да. Поскладывали. И сейчас идти поднять вот это все только. Да спустись ты уже, ну чё ты. Ща. Вот ты. Вот. Это просто жопа, ребята. Глум. Я такого еще не встречал. Я думал, Мантин был борзый, но это вообще жопа, вот этот Глум. Не, ну, Глум не борзый, он танцор нахрен. Так. Ладно, сейчас мы еще быстренько в музей пойдем. Я еще что-то хотел сделать, но пока я охотился на этого Глума, то я уже забыл, что я хотел сделать, если честно. Только выбесил меня, а. Поэтому сейчас мы Сварберта выложим и пойдем возьмем Райкоу, потому что Райкоу как раз электрический и против вот таких. Фух, охренеть. Чё там такие борзые сволочи встречаются, а? То один дебил, который никак ловиться не хочет, а то танцор нахрен, а? Это я не знаю, ребят, новый хит какой-то можно сделать, охренеть. Он столько там танцевал, что я никак попасть не могу. Чё, быстрый, зараза, а? И вы как будто 36-й, Крокорок, Вартортл, Трико, да? Сюда Трико. Трико. Ой, да баба, почему я его сюда ставлю? Трико же тут должен быть. Да что ты, я не хочу сюда залазить. Трико и кто, и Манки, да? Трико. И Манки. А Манки, в принципе, только две эволюции. Поэтому, ребята, мы поставим двух Манки. Манки. Через А, да? Да. П-
Поэтому, ребята, еще на одного покемона больше мы поставим. Ой. Еще на одного покемона больше мы поставим. Опа. Так, ладно, сейчас в блокнотике посмотрим, кто там есть. Барам-барам-барам, бам-бам-барам-барам-бам-бам. Так, ща. Ща-ща-ща, секунду. Так, ладно, поехали. Давайте, в принципе, девушку поставим, которая у нас сейчас стоит на первом месте. Это у нас... Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Настя Цибулевская. Мы тебя поставим на манки. Будешь ты у нас макакой. Настя Цибулевская. Ща проверю, правильно? Цибуль. Ну, у тебя так и написано, поэтому вот. Так, тебя я удаляю. Дальше. Хардкор Куки. Я не знаю, как тебя назвать, в принципе. Хардкор Куки. Вот. Я тебя тоже еще удалю. Ой, сейчас, секунду. Что хотел, если кто-то, например, вот с таким именем, не своим именем, а, ну, как бы, с кличкой или с ником, или еще с чем-то, имеет желание поменять имя в музее, то пишите в комментариях, я потом поменяю. То есть из вашего вот такого имя, например, да, Хардкор Куки, не знаю, что-то... псевдоним, может, или еще что-то, то есть или кличка, или ник поменять на ваше имя, которое вы другое хотите, да? Так, еще один остался, это у нас Окал Смайл. Тебя мы на трико поставим. Окал, как-то у тебя... Так, сейчас я проверю. Окал Смайл, ну как-то так, да? Давайте вот это тогда уберем. Вот. Ты тоже, если хочешь, то потом мы тебе поменяем имя. В этой серии у нас никто не эволюционировал. Давайте еще раз посмотрим. Кабуто, Иви, Крокорок, Флаффи, Вартортл. Да, в этой серии у нас никто не эволюционировал. Поэтому, ребята, больше мы никого и добавлять не будем. Да. Подобавим, ну, в принципе, потом кого-то, когда еще кого-то слоем. Тутун. Кто тут у нас еще есть? Ну, в принципе, сейчас я, знаете, уже и не хочу никого ловить. Ух, мастербольчик, ребята, все, мы уже можем идти ловить уже других легенд, да? Unbreaking, Fishency. Ну это тоже потом нужно будет сделать. Еще отдельную комнату для зачаровалочки. И потом еще может что-то сделать. Ну хотя бы мастербол есть. Это уже, если честно, очень охрененно. Очень. Мастербол это класс. Мы уже сможем словить еще легендарного какого-то. А, ребята, на этом давайте заканчивать. Серия 5 длинная получилась. Я надеюсь, вам нравятся длинные серии. И я также надеюсь, что вы поставите лайк, оставите комментарий, подпишитесь на мой канал. И, ребята, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.